молодцы, узнали. А сейчас другую попробуем. Это пока такая музыкальная шутка, вот они будут угадывать. Сейчас. Если вы не угадаете, ничего страшного, наказывать за это не будем. Все, угадали. Все, угадали, молодцы. Так, сейчас еще попробуем какую-нибудь песню. Потруднее сейчас придумаем, чтобы не угадали. Сейчас подумаем, подожди. Сейчас решил. Вступление без самой песни. Вот эти. Все знают. Такие музыкальные эксперименты – фишка Шаинского. Можно петь и показывать, можно попросить сыграть самого автора музыки. Но если совместить это и то, успех обеспечен, контакт найден. Песня называется «Остров любви». Может, поете еще? Нет? Ну вот сейчас спою. Остров любви где-то там в океане. Остров любви. Где-то в тумане. Остров к себе меня позови. И дальше идет припев. Остров любви, остров любви. Подожди. Это премьера песни, для гостей полная неожиданность. Музыка еще не стала хитом, но сразу всем понравилась. Сам выучу. Остров любви, остров любви. Если сумеешь, туда доплыви. Остров любви, остров любви. Если сумеешь, туда доплыви. Если сумеешь, туда доплыви. На свою персональную ветеранскую пенсию Шаинский еще с перестройки не рассчитывает. Если нечего жрать, что толку в патриотизме, говорит композитор. Поэтому не перестает гастролировать и выступает везде, куда только пригласят. Сыктывкар – лишь одна из остановок. Дети – это очень хорошая вещь. И дай Бог, чтобы взрослые подольше оставались детьми. Правильно говорю? Кто быстро очень забывает о детстве и становится слишком серьезным, таких людей я не очень люблю. Вернее, не очень люблю с ними общаться. Долго не выдерживаю. Слишком серьезные. Бывают дети по возрасту, а душой уже старики. Между тем, есть у Шаинского и свои нереализованные стремления. Трудно представить, что в 85 лет могут оставаться вопросы, на которые хочется найти ответы самому. Самый крупный композитор в Европе
19 веке, все-таки Петр Ильич Чайковский. Вот. Ведь... Это и ваш любимый композитор получается? Да. Да. Я пытаюсь его изучить и понять, в чем его сила. Его сила в искренности. Это получается, до сих пор пытаетесь понять? Да. Есть чему учиться у Петра Ильича и здесь, и до сих пор, и всем. Шаинский и сам увлечен музыкой, играет так же профессионально, как и раньше. Великого песника с замиранием сердца давно воспринимают как легенду. А тут он живее всех живых на сцене и играет музыку от первого лица, такой, какой придумал он. Всегда открытый и слегка доверчивый. В песнях райская чунга-чанга, а в жизни все очень непросто. Его вера в людей постоянно под угрозой. Куда деваться, если обманывают? Сначала бывший соотечественник, ставший в Америке миллионером, скупил права на его песни по дешевке. Потом доверчивого пенсионера надули с квартирой. Потом московские папарацци втянули Шаинского в банный скандал. Купался в проруби при температуре воздуха минус 34. Сразу выскочил по большой длинной деревянной лестнице. Разогнался, так быстро спускался, что поскользнулся и грохнулся прямо в прорубь, в воду. И меня какая-то девушка, которая, я и не заметил, что она бежит за мной, следит, чтобы я не упал. Я только грохнулся в воду, и, конечно, это было мало приятного. Тогда я не ожидал, что так... брошусь прямо в глубокую воду. Она меня схватила сразу из воды и вытащила. Ну, я уже опомнился и пошел себе спокойно. Серьезно эту историю восприняла только молодая жена. Разница в возрасте 41 год. Светлана для него и супруга, и директор, и диетолог, и переводчик. Шаинский вспоминает, тогда она даже заплакала. Сейчас же время не как старое, когда людей заставляли выходить за того, за другого, за стариков. Она сама знала, за кого выходила. И так оно и было. Если бы она не захотела, так этого бы не было. Мы уже живем почти 30 лет вместе. Мы народили уже сами своих двоих детей, а всего у меня трое. До нее был один у меня сынок, еще был небольшой. Вот. Но это ее дело. Она захотела, так и случилось. Я уже был достаточно стар, чтобы суетиться в отношении нового брака и что-то такое. Получилось хорошо.